Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Спектакль «Капитанская дочка» по знаменитому роману Пушкина покажет в субботу театр «Камерная сцена». Да-да, это именно роман, исторический, интересный и неоднозначный. Сюжет, знакомый всем нам по школьной программе, переносит зрителей во времена Пугачевского бунта. Спектакль удостоен премии в номинации «За лучшую режиссуру» на фестивале «Виват Театр» в 2014 году. Суббота, 8 октября, 18:00. Театр драмы «Камерная сцена». К нам едет ревизор. Знакомая фраза. В эту субботу у вас будет возможность услышать ее вновь в зале «Самарта». Спектакль народного артиста России, режиссера Александра Кузина по самой известной пьесе Гоголя «Ревизор». Это спектакль о том, как впервые в жизни Хлестаков был счастлив. Чиновники встречают его с распростертыми объятиями, носят на руках, у него случается первая любовь. Все происходит, как в сказке, и Хлестаков верит в это. Современное прочтение пьесы при совершенно традиционной ее интерпретации. Самарский театр юного зрителя «Самарт». Суббота, 18:00. Самарский театр драмы представляет «Божьи коровки возвращаются на землю». Дима зарабатывает, сдавая могильные памятники на металлолом. Лера мечтает выиграть мифический приз и уехать в столицу. А пока доверяет всяким проходимцам и их обещаниям о женитьбе. Двое доверчивых, двое обманщиков и маленькое чудо в финале. Вы не должны пропустить такое. Экспериментальная сцена. Театр драмы. Начало в 19:00. Непростую историю маленькой девочки по имени Дюймовочка расскажет юным самарцам театр кукол. Действие разворачивается в цветочной корзине. Здесь среди волшебных бабочек и феи встречаются противные жабы и крысы. Сюда и попадает Дюймовочка. Что же случилось дальше, стоит увидеть лично. Начало спектаклей в воскресенье в 10:30 и 13:30. Обращаем ваше внимание, что спектакли Самарского театра кукол проходят на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета. Более подробную информацию вы можете получить в кассовом зале театра. Еще одна приятная новость для всех самарских театралов. Утвержден график работы театральных автобусов в октябре. Зрители вечерних спектаклей в драме и в оперном смогут уехать домой на общественном транспорте. Театральные автобусы проследуют по маршрутам 1, 2, 34 и 47. Место подачи автобусов возле драмтеатра. Это улица Фрунзе на пересечении с улицей Шостаковича. Суббота 21:00, воскресенье 20:50. Зрители театра оперы и балета смогут уехать от площади Куйбышева со стороны Красноармейской. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.